вас, друзья! С вами Наталья Благодырь, психолог, психотерапевт, обучающий тренер по психологическому консультированию. Сейчас мы находимся в школе психологической практики Анны Бердюк, и я хочу с вами поделиться результатами своих студенток. Сейчас со мной Елена Вороная, и мы проходим обучение по консультированию, и хотелось бы услышать вас. Здесь вы получите безопасное пространство, где вас примут любого. И мне кажется, это очень важно. Но для меня это было мега важно. То есть вам удалось получить такой очень глубокий терапевтический опыт. Совершенно верно. Я его искала, и интуиция меня правильно привела сюда. То есть вместе с обучением консультированию Елене удалось получить еще свой личный очень большой опыт развития. Да, да. Я лучше понимаю себя, я лучше понимаю окружающих, как выстраивать с ними взаимоотношения. Лен, скажите, а вам удается консультировать? Ну, потому что если бы вы видели, вы работаете, Елена, она не психолог по своей специальности, да, специализации, но то, что она уже обучилась за первый этап, первый шаг обучения в школе, ну, это потрясающе. Как вам вообще работать, как вам начинать практиковать? Мне очень интересно. Мне очень интересно, хотя немножечко у меня робость в том, что у меня нет специального образования, вот, но я уже полностью доверяю пространству и не соотношу, что бы мне думают окружающие. Я фокусируюсь на работе. Мне очень нравится. Супер. Кому бы вы порекомендовали эту школу? Вот если у нас есть зрители, да, им правда интересно, кто бы хотел, да, кому бы ценно было, по вашему мнению? Всем, у кого, возможно, сейчас какое-то свободное время образовалось, вы не знаете, куда идти дальше, хотите как-то перепрофилироваться. Может быть, знаете, вам даже, возможно, стал просто мир казаться серым вокруг. Приходите, вы очистите здесь место для новых позитивных эмоций. Здесь ваш стакан опустошится и наполнится чистой водой. Вау, спасибо большое. Я желаю вам успехов, максимально расширять все свои таланты, а вас приглашаю на обучение в школе психологической практики Анны Бердюк. До встречи. До встречи.